Вот. А сейчас я приглашаю на эту сцену. Валерий Сафронович Грицкий. Это мой друг настоящий, с которым мы вместе съели пудов 50 соли. Коллеги, а твой сержант? Сержант. Познакомились мы с ним в 1967 году в поселке Школьное Симферопольского района Крымской области, где обучались в средней школе поселка Школьное Симферопольского района Крымской области. Вот. Откуда управляли луноходом, где был полигон для испытания этого лунохода. Самый большой НИП, то есть фонд управления космическими аппаратами Советского Союза. Вот. И я с этим потрясающим человеком. Вот. Потрясающий человек во всех отношениях. Он очень интеллигентный, спокойный, никогда не лезет вперед. Но он умеет делать в этой жизни все. Я у него многим вещам учился. Терпению, аккуратности, умению прикалываться, умению запоминать и делать вот какие-то вопросы, задавать, которые я не знаю, как ответить, а он знает. Валерий Сафронович Грицкий. Не луноходом управляешь, ты заливаешь. А лягушек стреляешь, а папа говорит, нет, он сейчас. Значит, взял мне кашечку, и нас с Мишей брал на ход, и мы там стреляли лягушек, честное слово. Не луноходами управляли. Ну да, нас жизнь все так сводит, разводит все время. У меня тоже отец военный, и по всему Союзу прокатились. И вот мы с Мишей отцы служат вместе, мы вместе, отцы разъезжаются. И так и учились, значит, в Можайке вместе, все время в одной комнате, и офицерами стали, тоже в одной комнате. Вот, потом опять разошлись, потом в Москве опять встретились. Похоронят нас рядом где-нибудь, точно. Я приглашаю на сцену Сергея Андреевича Титаренко, Дмитрия Михайловича Андрющенко, то есть, и Сергея Смирнова. Ты то же самое, что жили на этаж выше. Аплодисменты, дорогие друзья. Это мы имеем в виду товарищи, которые мы вместе учились в Академии Манчестера. Это сержант, это сержант. Это раздолбай. Раздолбай. Серега старший сержант. Вот. Ну, естественно, поскольку все вон рядовой, он написал поздравление, сейчас он прочитает. Листок, цветочек и галинка к земле клонят главу свою. Свой праздник празднует Калинкин, и все поют хвалы ему. Поет хвалу свободный ветер, поет прибрежная волна, и солнце ярче нынче светит, все осознал вверху сполна. И я пишу хвалебные строки певцу, поэту, гитаристу, галыжнику и альпинисту. Живи еще, этот 300. Спасибо.